Всем привет, кто меня помнит, кто не помнит, давайте знакомиться. Меня зовут Оля, это мой канал, который изначально должен был быть о материнстве, о беременности, в общем, о всяких женских штучках исключительно. Я очень давно не выкладывала видео, я очень надолго пропала с Ютуба, и вот сейчас я хочу снова начать делать видео, начать вам что-то рассказывать, потому что я понимаю, что мне очень не хватает общения с вами, поэтому я решила снова начать заниматься видеоблогингом. Я сейчас живу в прекрасном городе Батуми в Грузии. Я живу вдали от моих родных, от моих подруг. И для чего изначально этот блог создается, этот канал, потому что у меня очень много друзей, общение с которыми прерывается постоянно. И они у меня так часто спрашивают разные вещи, там, расскажи про Батуми, расскажи там про ребенка, там про прикорм, ну, про все темы, о которых говорят друзья, абсолютно про все. Они у меня спрашивают, и на самом деле у меня куча подруг, и я не могу всем рассказывать одно и то же, а рассказать хочется, я люблю болтать, я люблю общаться. Именно поэтому создавался этот канал, чтобы я могла рассказывать, я могла делиться, и чтобы я поддерживала связь со своими родными, знакомыми, но не проводила постоянно в интернете, потому что если я каждому лично начну все рассказывать, то у меня моя семья просто не будет видеть, и мой ребенок, потому что я буду постоянно рассказывать все обо всем. И поэтому этот канал немножко меняет свою направленность, я буду с вами делиться вообще всем. От того, какими я тренировками занимаюсь в спортзале, там, что я готовлю своему ребенку, куда я хожу, чем я занимаюсь, буду рассказывать про Батуми. Ну, в принципе, вообще про все, что меня окружает. Это видео я собиралась очень давно записать, все никак не могла. Каждый день говорила, вот я запишу это видео, запишу, и не могла. И вот сейчас вообще я убегаю к подружке, и я просто перед выходом запишу это видео, выложу, я даже не буду его, наверное, форматировать и даже не буду пересматривать, потому что я буду чем-то недовольна и сотру его. Но я сегодня уже наснимала для вас кое-какие видео, очень прикольные, про питание ребенка, как я готовлю ему еду, завтраки, обеды, ужины. Короче, очень прикольное, очень классное, я уже даже кое-что смонтировала. И я буду постепенно этим с вами делиться, буду снимать новое. Поэтому, если мы с вами знакомы, и вы на меня подписаны, я очень за это благодарна, что вы меня не кинули за это время, пока меня не было. Если вы нечаянно, рандомно открыли мое видео, то привет, я очень рада видеть вас на моем канале. Подписывайтесь, будем общаться, будем беседовать, будем, не знаю, будем знакомиться. Я буду очень рада новым людям, потому что я очень люблю новые знакомства. Поэтому пишите комментарии, какие вас что интересует, что вам рассказать. Может быть, о материнстве. Мне очень много писали вопросов там про роды, помогли ли техники дыхания, там кучу вопросов. Я все это расскажу для девочек. Мне очень приятно о том, что вы меня спрашивали, о том, что мне в личку куча сообщений приходило, что и как, за то, что вы волновались, куда я пропала. Большое вам всем спасибо. Я снова на связи, и я надеюсь, мы с вами будем видеться намного чаще. Всех целую и пока-пока!